Фраера, давайте. Едем на спот к Викулову. Артем, да, едем на спот. Да. Мечтаешь попасть? Мечты сбываются. На зону сядет. На зону сядет? Он сказал, Дима на зону сядет. Куда встать? Артем, как тебе Москва? Там... Наконец-то нормальный ответ. Наверное, здесь. Каш? Что-то упали. У нас попроще, да? Жизнь. Либо спокойнее. Не знаю, как они здесь. Это день в день такое. Включаешь камеру, пробки, и мы, может, не поедем на спот к Викулову, потому что ужасные пробки, в Сереге выйти кто сол. Пятница, дачники едут. 45 минут еще? Ну, я не знаю. Ты домой или ты там на ночь собираешься оставаться? Ага, ага. Мы просто вот даже не знаем, что нам делать, потому что, мне кажется, пока мы по этим пробкам доедем, уже может стемнеть. Мы выехали с Чулково где-то в обед, покатались чуть-чуть в трассах, поснимали даунхилл, и вот решили поехать на спот к Викулову, где снимался ВВЦ Форс. И мы с Кириллом потерялись, ребята приехали раньше, мы пока нашли место, приехали на полчаса позже, и начался дождь. Сейчас 7:48, почти угадал. И мы только добрались до спота. Вот вам Москва и, Москва и пробки. Есть где кататься, добираться очень трудно. И самое интересное, что я съел с утра одну вафлю и выпил одну кружку воды простой. Ничего не ел, болит голова, кружится голова, потому что мы проснулись, сразу поехали снимать в лес. С леса быстро кинули велосипеды в машину и приехали. Стояли в пробках, не было магазина, мы ехали сюда 3 часа, даже больше. Но мы здесь и будем... Постараемся сегодня успеть покататься, если пройдет дождь. Очень красивое место. В лесу, на природе. Фоткаешь байки. Мечта Артема сбылась, ворвался. Пошел дождь. Это хуёвая мечта. Мы третий печенец целый день. Бля, голова кружится. Мы заехали в магаз, здесь какой-то мелкий, там ничего нет. Просто тупо ничего. Можешь поснимать? Ты думал, ехать в Москву или нет? Еле уговорил еще. Доволен поездкой? На МКАДе. Ну, бля. Вы посмотрел, да, Артем? Все так просто не бывает, чувак. Ew.
Ну что вы там фраера, давайте я сниму первый дёрт. Поднимайся. Короче, Серега растение приехал, как выезжал. Блять, Серега. Сегодня спать в лесе буду. Комарно. Я спать не буду. Да. Ты как сопляк из роста или как сопляк? Просто как обычный сопляк. Бендерони. Комары загрызут сегодня нас ночью в спальниках. Могу тебе кардик сюда ложить. Давай. Ну, отъехали от спота от Викулова. Он добрый человек, конечно, нельзя было поспиться у него. Ну, не потому что он не хотел. Зато он дал нам топор, сухих дров немножко, 5-литровку воды, спички. Выручил нас. А Кирилл Бондро не дал мне спальник. Поэтому мы сейчас фиг знаем, где находимся, но спать мы можем. Вот пацаны собирают палатку. И сколько мы шли? Не знаю, но очень долго. Короче, мы шли десь біля години пешком. На ролі фул, ошейник, 5-литровая вода, спальник, рюкзак здоровый с карематом, со всеми вещами. Это не только у меня, всех пацанов в палатке и так дальше. Ой, что ты же знаешь, скажешь? Жопа. Артем, как Москва. Как Москва. Короче. Очень жесткие условия вообще. Ну, мы шли по полю. По полю від Викулова спота десь з кілометра 3, наверное, пешком пройшли. Я ж задолбався, вивитався, хочу просто лягти спати. Сьогодні почти, ну я поїв тільки, що консерву, ну там, бля, мало. Але, бля, нічого не їм, майже цілий день. Короче, еле виживаю, мені треба її завтра ще їбашити в Воскресенську. Короче, не знаю, як буду кататися. Ще Серега приїде за нами. На ногах стоять, да, ще водитель приїде. Главное, щоб ще тут не розчавили нас, тут дорога. Фіг знає, де ми є, вообще, як ми сюди. Тут... Ми вночі просто погано орієнтуватися, короче. Такі діла. Погано, що вночі, ми не знаємо просто нове місце. І ми йшли, і до річки не дійшли. Короче, казав Вікола, що до річки ми не дійшли, будемо лягати десь посеред поля, фіг знає, де ми є. Отак от. Оце жесть. Оце жесть. Оце треба знімати, а не катання. Мені кажуть, менше такої фіні знімати. Але реально це жесть. Ми кожну ночь. Ночуємо фіг знає де, єлі виживаємо, миємося в озері. Потім днем круто прыгаємо. А днем потім ще пробуємо круто прыгати, зняти відео. Матеріал на жесть. От це жесть реально. Так ми виживаємо в Україні, точніше в Росії. Українці ворвались в Росії знімати жесть. Віддаємося своїй справі. Денис, що скажеш ти? Все нормально. Все нормально? Ну, ближе. Да. Могло быть и хуже. По крайней мере, тепло. А, ну да, лето. Главное, чтобы еще байки у нас не украли. Так. Проснемся и байков нет, будет да, вообще весело. Будет круто. Ну, есть, пофиг, что... Хорошо, что дождь прошел и бишь не идет. Хоть мокрая трава, але что типа... Повезло, что для дождя. Да, але хоть мокрая трава, але дождя нема. Ладно. Все. Да, есть. Да, есть, у меня нема. У меня ноль. Скажи, у тебя 40 рублей всего лишь. У меня 40 рублей уже третий день. Вот так вот. Ладно, короче. Выживем. Главное снять видео. Братан. Пару минут не храпи, щоб я заснув. 3-4 часа ранку, я не можу заснути. Ну ты храпишь, я не спиздец. Як корова мочиш. Mm.
Ты, чувак, такие звуки пиздец. Вот так вот спим. Пацаны, короче, так мы ночевали. Тут я спав. Комары гризли цілу ночь. 3 часа, короче, спав. І то так з перебоями. Артем тут чиститься. Чистка. Во, в цьому полі ми спали. 2 кілометри вверх під горку зараз йти, щоб добратися до поселка. А оттуда 100 км до Москвы, а оттуда 100 км до Воскресенска. И начинаем снимать видео. Правда, сил нет. Спим в поле, мы им согреемся. Че, надо поджимать. Все, можно встать. Помив голову. Чо? Як ми миємося? Красиво ту ямку ззаді. Хорошо, що я підсипав землі. Ага.